Мы находимся в Кордове. Заселились. Очень приличная гостиница, которая называется хостель, но гостиница. Вот река Гвадалахир, самая большая в Испании. Открылся Римский мост, построенный в 1227 году. На другом берегу Римская башня. Вот она, башня, колокольня Мескита. Закрыта, через полтора часа откроется. С высоты птичьего полета мы видим парк Королевский Алькасар. Кордобский. Королевские пруды и королевские рыбы. Красиво. Как дух захватывает от этой красоты. Аудиенция Христофора Колумба. Мы в Меските. Католическая, исламская, вестготская церковь. А вот это врезки. Католическая часть в часть исламскую. Сквозь решетки. Но красоту не перекроешь. Это и церковь, но я снимаю, потому что такое искусство невозможно пропустить. На улочках Кордовой.
знаменитая улица цветов. Цветочная улица. Испанский дворик нашей гостиницы, такое патио с ажележу.